Что, у тебя нет скелетных пальцев, что ли? Да? Ну, как ты думаешь? Что, все собрал здесь? Да, вроде да. Куча кусков мяса. Ты любишь мясо? Игра на флейте. Что? Там неприличное. Я не вижу, чтобы у меня добавлялось супер большое количество скиллов. От поедания мяса, поэтому буду жрать его в целях хила. О, ботинки, хоть какие-то. Это ухожу как босяк. Ключик. Так, сейчас подожди. Посмотри, здесь олень, не олень, не трофей. Вот это, конечно, вообще ужас. Как так можно было? Это самый же шик был в игре. Так, я, по-моему, вспомнил, что я забыл забрать. Я с ним разговаривал. Да, я понял. Что говорит? То, что они могут ставить, он переживает, что нападет на кого-то. Ну, то, что он опасен. Мы можем как бы исправить это. Он хочет убить себя. Да не вопрос, как бы. Какие-то отношения там с кем-то, что-то еще. Ящик эти зачем, дурище? Положи на место. Так, а куда, в бокс сначала пойдем? Да. Если я смогу взломать, конечно. Это там первый уровень, по-моему, был. Кровавленные кольчужные что-то там. Я пошел. Давай. Блин, я не могу туда пойти. Как кровотечение? Угу, странно. В первой части надо было ее разбивать. О, еще дверь. Давай ее разобьем, кстати. Да я не хочу оружие теребонькать лишний раз. Тут какой-то проход, короче. Вот тут сундук запертый. А можно я заберу? Спасибо большое. У меня перегруз сразу. А он стоит чего-то? Слушай, 158 монет стоит. А что, сундук? Ну, портрет. А это? А, вот сундук. Я думал, ты сундук себя отложил. Не, тяжелое. Ух ты. Я поздний по ножу. Блин, интересно, увеличительное стекло тоже теперь одноразовое будет? А у тебя есть оно? Да. На, познай. Пропало? Нет, не пропало. Зараза. Такая. Так, штаны милосердия, ловкость 11. Ну это, короче, в тебя. А
А тебе дать? У тебя что? А, тоже ловкость требуется. Ладно. Так, еще тебе амулет. Да. Неопознанный. В амулете плюс один сила, плюс один обмен мине. Никому не отдам. Так, что, вниз пойдем? А туда нет смысла идти, потому что это та комната, в которой мы бились. Да. Только на предмет тактического отступления. Кровишка тут везде. Тут реально какую-то хрень творят с людьми. Это вот откуда они возвращаются. Их лечат. Нас лечат. Вот таким образом. Блин, ну почему все так жестоко опять? О, слушай, здесь Найлс, свежеватель. Давай, иди дальше вперед. Походу будем с ним биться. Че говорит? А, Говорит, просто что напал? нам поторговать надо. Окей. Но у него что-то какой-то трэш вообще. Сырое мясо кролика, Кто ты, кишки. моя милая фея? Он тебе говорит. Что ты сделал? Схватил его руку и сжал. Сказать, что дом — это Да, имя одного именно. из ваших особых ножей. С радостью их познакомят. Ну да. I too name my knives, and my shears, and my pl- Ah, rudely I am denied. You may break my heart. Чё он ко мне повернулся, я не понимаю. И кто еще с нами бьется? Все? Мясной голем. Так, ну... Давно мы сохранялись там? Я не... Ладно, у меня достаточно тел, короче, в инвентаре, я думаю, я выживу. А ты, кстати, можешь есть кишки, они же отравят, по-моему. А, не, они болезнь накладывают. Блин. Сложно все? Блин, почему он повернулся ко мне? А, смотри, эти големы, короче, они за решетками, они не могут выйти. Ну, они ломают решетку 70 из 80. Короче, пройдет какое-то время, но они вылезут. Ничего, я думаю, мы успеем раз это Хорошо, мне нравится. распилить. Вот гад. Ага, это вот взволнованный монах, по сути. Еще один взволнованный монах и два. И пара големов. Так. Интересно, они жесткие, эти големы? Неизвестно. Но Найлс уже такой неплохой чувак. Ну как, неплохой. Он просто селедки объелся. Эх, не хватает чуть-чуть. Надо вдвоем на него подать. Да понятно, что вдвоем. Если он сейчас не отхилит. А он что-то на нем там висит такое хорошее. Селедка. Селедка. Селедка и бутылка воды. Так, у меня пока. Нас пока вообще не прошибают, это хорошо. Что-то
suffering. Или как там? Suffocating. Может, мы его убьем, и эти големы пропадут? Вряд ли, это же какие-то, наверное, эти эксперименты, а не вызванные штуки. Да. Ох ты ж. Ничего себе. Короче, просто в свой ход загляни в него и одевайся. Надо распилить монахов, пока эти твари не выбрались. А то бубошки будет. Ну что, взорвался, что ли? Походу. Вообще этих тварей надо было поджечь в их клетках. Хотя, боюсь, тут металл бы загорелся, и они быстрее бы выбрались. Трай. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ой. Ёй-ёй. Ты забываешь жертву плоти использовать? Я понимаю, ее же надо сначала, нет? Или какой-то есть нюанс? Из Алгюча, если что. Я знаю на то и свои причины. Отметку так. Видишь? Ну? Что? Отметку видишь мою? Да, отметку вижу. Я могу использовать жертву плоти в любой момент. А что ты ее вначале не используешь? А потому что я могу использовать ее в любой момент, это не имеет значения, в начале или в конце. Вот в конце мне, к примеру, не хватает двух точек. Так оно же урон еще дает. Жертва плоти? Да. Ну, у меня все равно все в откате. Мне сейчас нужно я... бить. В смысле, я к тому, что я понял. Вначале типа завязал и пошел бить. У меня нечем бить было. Я не хотел с руки бить с 10% бонусом и некого бить. Я имею в виду вообще в начале боя. Я не то, что второй боя. Раз ее юзаю. Хорошо, хорошо.
знаю, куда я стрелял. Так, как бы этого товарища оттуда Да там вытащить? 6 этих, он сейчас вылезет оттуда уже скоро. Ну что, не трогать тогда? Ну, если есть чем стрелять, стреляй. Это... Могу свитком бахнуть, но мне жалко. Я, короче, пафнусь. Попутный ветер. И конец хода сделаю. А тут точки, интересно, накапливаются больше того, что есть? Вот, походу, больше того, что нет, походу, нет. Мне так кажется, я не знаю. Сейчас посмотрим. Так, у меня три хода откат будет еще этой штуки, которую я могу убить. А ты его пробиваешь через этот? Нет, я дверь сломал. А. Одна точка точно переходит. Так, ну там он выберется сейчас. Давай, который ближе. А, Что это он ближе? тут уже выбрался просто. А тому еще выбираться надо. Этого я танка, ну, болезненно меня кинул. Ну, тут тоже выбрался. Ну, понятно, ну, как бы. Так, ну ладно, давай Можешь разделим. нижнего взять, они ватные. Ну, я тоже ладно. Так, мясная штуковина. Изувечена. И убита. Так, я тут сорян. Нормально. Ну там чару поплохело, так что ну, вообще нормально выглядит. Не заболел. Урон минус 35%. Не очень что-то. Так, ну я, Ноги короче, поднимаешь. лутаться тут начинаю. Ну, Ну понятно. давай, давай, ладно. Или помогать его там да добивать. я убью его когда-нибудь. Тебе говорю, блин, бери с этого, с мага, вещи. С какого много Ну, не вещи? мага этого мудака, которого мы убили. Который потрошитель там, главный тут. Ты что, ты подобрал там вещи? Нет. Специально оставил тебе. Просто надо было это во время боя сделать. Хотя бы дагера взять с него. Сейчас бы тыкало вообще Хрена просто. себе у него тут реально кинжал. Вот. Вот и вот. Лицерез позволяет получить оторванное лицо, используемое для смены облика. Вот, видишь, это вообще. Ой, ты видел, какая там внизу прелесть? Ух ты. Кровь. Смотри, тут теперь подсказка есть. Кровь можно наэлектролизовать или заморозить. Так, мне нужно это одеться. И куда ты? Куда ты, дурьё? Копайся в трупах, тебе говорят. Ой, там что-то взорвалось. Я на его со освежевателем взорвал и забрал у него лицо. Это настолько прелестно звучит. Так, а как его одеть? Don't know. Может, вместо шлема? Не, его можно только объединить с
так, я не знаю, с чем его можно объединить. Ты все залутал? Что здесь? Где, что происходит? Слушай, ну тут очень мало вещей на самом деле, Стоп, и 8 он. Ладно, я подберу. нету такого вопроса, почему это лежит здесь. Тут все прямо вот именно клещи, всякие вот эта хренотень. Кусок кого говоришь? Плоти. Плоти. Да Опять же, ты что-то залутал. ее надо как-то. Скучно, скучно ее жрать, потому что он ничего не дает. Будешь хилиться просто. Ну, хилиться-то да, понятно. Но я не сильно умираю. Тоже верно. Труба, куда? Так, интересно, почему эти не нападают? Кто ети не нападают? Ну, другие челы, которые есть повыше, находятся. Да мне кажется, им по барабану. Так, подожди, а мы что, все обошли? Всю локу эту? Да мне кажется, не совсем. А вон там мы были? Игровая свежевателя. Какое название. А вон там, кстати, флажок. Где? Ну, на карте А внизу. Ой, я нет, вот там. здесь еще, мы не были, здесь клетка какая-то. Ой. Что такое? Ой-ой, я в труба на болото. А меня тут поймал магистр Гуа. Ёбаный рот. Вот тут магистр Тут, Карин. короче, сбежать можно. Я Я понял. пишу. Мне дали ачивку уже какую-то, я обратно вернулся. Я бегу к тебе потихоньку. Надеюсь, их не хватит. Никто их не хватится ради твоей же безопасности. Что здесь происходит? Я пришел. Как дела? Это помнишь того магистра, которого избивали там в подвале? Который от мадам Зур говорил. Пароль назвать. Это его подельники. Так, что, убить-то? Все ясно, понятно. Короче, мы спасли идиота, и теперь придется просто всех убить, потому что они мне надоели Я уже. согласен. Как это так нормально убивается? Так, и там чувак побежит. Что? Ай. Да там малой скулил. Да, я и хотел за ним бежать. Я хожу. Да. Он не умрет вот так. Видишь? Да с ним все Мальчик понятно. отступает от вас на шаг, осторожно оглядывает окрестности. Вы кто? Ты можешь назвать меня Фейном. У меня кот горит. Кот горит. Да. Найс. Хотите отсюда выбраться? У меня есть вместительная лодка, идемте. Куда поплывет лодка? Короче, тоже на болото. Короче, два способа, как выйти на болото, и мы их нашли одновременно. На нем нет ошейника, как он избавился. Я знаю, как его снаружи, думаю, она сможет нам помочь. Спросить, кого он искал в форте радости. Вердас. Мои знакомые хотели его вытащить. Но я опоздал. Что случилось с Вердасом? Его взяли магистры. После их обработки от него мало чего осталось. Пора двигаться. Ну еще, видите. Так, давай не пойдем туда пока что. Да может на лодочку все-таки. Может мы выйдем из порта, там еще кого-нибудь убиваем, сохранимся сначала. Так, ну сейчас да я тут это лутану чуть-чуть. Вот этот хлам весь. Блин, одни деньги лежат. Уже это как-то после первой части скучновато. А ты не брал это, как называется? Не знание легенд, а Lucky Charm, короче, тот, который Не, добавляет.
Подожди, Книга это навыков, портрет, что артефакт, ли, там? нет. Да. Сокрушающий удар. У меня, по-моему, есть такой. Таран, да. Такой есть. Можно вот этих вот убить всех. Зачем? Опыт. Для Сука за них опыта. опыт дают. Да, копейки. Да ну хватит, что ли? Так, подожди, а где там выход был? Вот здесь. Нет, это не туда. Ты же на болото хотел. Да нет, я не хотел. И то ведет на болото. А, ты Я форт хотел вот хочешь сюда выйти? выйти, да. Угу, Вот все, я понял. вышел, и здесь уже красные точки я вижу. Красные точки. Да. А я не вижу красных точек. А теперь. А теперь вижу красные точки. Но они за дверью, как я понимаю. Ну, можно подняться слева, справа, по-моему. С кем деремся-то вообще? Магистры эти. А, ну они вон там и стоят. Да, окей. Гора. А, ну вот у меня тут есть одна красная точка, так сказать. А, да, точно. Откушаем самого себя. Таран. Таран просто уничтожили. Очень мало катается. И что, и все, что ли? У него 41 физической брони было. Вопрос, как к ним туда зайти? Через дверь. То есть теперь тебе надо спускаться вниз, открывать дверь? Т. Тактика. Ничего себе. Может, кто-то из них, я просто думаю, додумается открыть дверь. Да, мне тоже так кажется. Ой, ничего себе, порегенился. Это будет долгий вечер. Могу кидаться. Что еще я могу? Ой, могу здесь пойти погулять. Слушай, у нас, как я понимаю, весь форт нападает, да, теперь? Ну, наверное, но я не вижу, чтобы тут супер много кого-то было. Гра. Собачка говорит гр. Чтобы он больше не хилился, пусть полежит. Нет, я боюсь, что никто не будет открывать дверь. Ну, у тебя же должен быть скилл этот, fake death. Да. Ух ты, а там неплохие такие эти хоромки. О, вижу уже какую-то булаву. Запасная палица. Ты где вообще смотришь? Туда, куда я зашел? Да, куда ты зашел? Я же на тебя смотрю. Возьми мне булаву. Где он? Портрет Александра. Она на тумбочке около двери. Собака негодует. Так. Большой ключ Божественного Ордена. О, ну это, наверное, как раз от двери. Да, но ты же понимаешь, что я не пойду туда? Куда ты пойдешь? Наверх лучше, да? Да, я тут пойду гулять. В другую сторону просто, пока они там за тобой бегают. Не, смотри-ка, один чувак решил Подняться на стульчик подняться. сесть. От меня не улизнешь. Видимо, все-таки улизнешь. Хорошо, как бы. Здесь они будут стоять, да, развлекаться. А змея не увезет. Ой, за тобой, смотри, пошел.
А ты меня не улизнешь? Энциклопедия растений. Слушай, там тебе полутаться-то нормально так. Вот меня интересует, там, надеюсь, неписи и продавцы не будут на нас нападать. У них есть мозги, потому что у меня там два флага стоит, как бы, квестовых. Я думаю, все магистры, или какие неписи? Которые с ошейниками, такие же, как мы. Не, с ошейниками, я думаю, не будут нападать, а вот магистры все на нас нападают уже, по-моему. Да, кстати, портреты это не айс. Они стоят Почему? по единице. Может, надо знать, кому продавать? Может быть, но я пока не нашел. Ну, не, у меня вот на нем написано, типа, 72 он стоит, поэтому кому-то он наверняка продастся. Так, и что у нас тут? Гуманное свежевание. Мне нравится. 3.17. Блин. Такая же кераса, но без плюшек. Это кто-то из разрабов, что ли, нарисовал? Кстати, графон-то графон стал получше. Можешь их уже как-нибудь это того убить? Ну надо. Человек он золотая, надо вернуться. Или Свеча. ладно, давай будем возвращаться. Пошли к двери. Хватит лутаться. Так неудобно. В бою лутаться. Ну слышь, палец у меня там возьми. Какой палец? Ну, который около двери лежит, я тебе про него говорю, а ты меня игнорируешь. Так. Я просто не слышу это слово. Я слова. Нашел отмычки. Да, очень полезно. Отмычки можно все продавать, я думаю. Вон она прямо вот лежит. Вот двери, справа от двери это тумбочка, и на ней палец. Который не палец. Я Чего ты показываю, там? Как вот так, тумбочка. Вижу. Я не понял, с меня что ли кераса слетела? Нет, не слетела. А, кстати, кирасу мне надо чинить. Пошло не так. Так. Угу. Понятно. Опачки. Вот это поворот. Да, увлекательный бой, конечно. Кстати, а вот там лестница, ты ее спустить случайно не можешь? Видишь, она как стоит просто вот в никуда. Собакерка к тебе побежала. Так, 15-16 урон. Кстати, я вообще не понял, куда делся скилл крафта? Его вообще убрали, что ли? Ну там есть объединить с.
Нет, это понятно. А именно параметр. Там был типа кузнечного дела и вот всего этого. Только один параметр, который тоже раскачиваешь, типа крафтишь. А сейчас я вот что-то в упор не вижу. Может, он только у гномов остался? И теперь будет не покрафтить. Ой, бежит, летит. Вдувает. Так. Шавка, шавка. Этим не достаю, этим не достаю. Понеслась. А вот это было неприятно. Стреляют там в меня. Так, сил 8. Так, я тут жив еще. А все, псиний кирдык, да? Да. Мне нравится, что трупы подсвечиваются все равно. Так, там справа он. Побегу, так сказать, на все равно. Ой, ну вот эти ваши замашки под аватара, конечно. Как-то фейл, по-моему. Как-то, блять. Может, оттуда бить его можешь, не? Нет. А, прикольно. А он тебя, наверное, может. Ну, правильно, он с луком может. И с мечом, наверное, тоже может. Он же непись, ему все можно. Самая охуенная игра на свете. Блять, мне так РПГ нравится, года. пиздец. Хочешь, я спущу тебя оттуда? Да. Окей. Если меня сейчас не заомнят, то я тебя спущу. Спусти меня к нему, к мужчине. Я постараюсь, но ничего не обещаю. Так. Я хоть видел для тебя ништяк. Спасибо. Ну Блин, ты зря. урона мне нанес больше, чем они все вместе взятые. Ну, извините. Так сложилось исторически. Давай, потрачу в никуда точку. Вонючий ветер. Вонючий ветер, да? Теперь от вас плохо пахнет. Блин, вот этот хилых мне очень не нравится. Я тоже такой хочу. Мой ход. Шел нахуй. Минус один. А ты уже с новыми дагерами? Вот так. Писец. Ваншот. Ну, а теперь с тобой, фанат Аватара. Разговоры разговаривать будем. Ага, все, поговорили. У меня вообще одно оружие, это не меч, это заготовка для меча. Так, что он тебя на кирде вшмуляет? Ну все, мне физ-броню сняли, теперь если он по мне какие-то дебафы будет кидать физически, то они будут проходить. Но вряд ли уже. Мне нравится.
Блин. Плохие У кинжалы них вообще нашли. ключи какие-то были, видимо, от ворот, что ли. А перекинь мне булаву, пожалуйста.